если бы. Помнишь старого рыбака с шестью пальцами на ногах? Не заговаривай мне зубы. Юна, что он тут делает? Я запретила ему идти. Я хотел помочь, господин. Буду сидеть в Ерикаве. Какой от меня толк? Ну и пусть, зато живой. Мы ищем пропавших воинов. Ты этому не обучен. Я научусь. И я не буду мешать. Хорошо. Но будь осторожен. И слушай сестру. Да, господин. Что лучники? Местные видели их здесь. Но мы пока нет. Идем искать. Кто-то их убил. Да, но не мы. Раны от стрел. А где стрелы? Вытащили и вернули в колчан. Признак умелого лучника. Следы. 3-4 человека. И куда они пошли? Давай выясним. Тут мы ловили свечу. Раз в неделю не реже. А потом делали крохотные клетки из бамбука. А ты помнишь, зачем мы ходили ловить сверчков? Нет. Чтобы увести тебя от матери. Когда она злилась и хотела выместить на ком-то гнев. Вот я и находила тебе дело. Следы ведут к этому дому. Кажется, здесь жил самурай. Однажды он одолел... Осторожней надо быть. Заглянем в дом. Осмотрю снаружи. Медведь съел почти всю еду. Может, поэтому я до сих пор жив. Он был не голоден. Наконечники, тетива, кожа, чтобы варить клей. Сыновки. Здесь они спали. Ну, хоть медведь их не убил. Здесь были лучники. Дин! Така! Я кое-что нашла! Смотрите, угли еще теплые. Лучники были в этом доме. Они где-то рядом. Они украли у монголов порох. А они мне нравятся. Следы. Вон они. Поднимаются наверх к утесам. Они прячутся не без причины. Не высовывайтесь и не зовите их.
Самурай! Живой! Идите сюда! Это вы лучники из Ерикавы? Их мало осталось. Нас поймали, когда мы искали припасы в лагере. Еле ноги унесли. Где остальные? Их схватили и увели сюда. Мы можем помочь. Похоже, вы умелые воины. Я Дайкоку. Дин Сакай. Сакай, да? Но главное не Симура. Посмотрим этот лагерь. Тюремный обоз. Похоже, монголы готовы отправляться. Дальше поведут в лагерь на другой стороне старой Ерикавы. Надо атаковать, пока не ушли. Вот твои лучники. Все живы и здоровы. Их надо освободить как можно скорее. Открыто нападать не стоит. Мы знаем, куда они едут, и можем устроить засаду на пути. В этих местах трудно прятаться. А старая Ерикава? Крыши по обе стороны дороги. И украденный порох пригодится. Что, вы его нашли? Да, хорошая мысль. Хорошо. Вперед, нужно обогнать монголов. Монголы едут сюда. Така, спрячься в одном из домов. Нет, я останусь здесь. Буду сражаться. Дин, скажи ему. Пусть Така сам решает. Вот ты его и защищай. Тебе страшно? Нет. Не то чтобы... Немного. Юна ничего не боится. Наверняка и вы тоже. Может, со стороны незаметно, но все чего-то боятся. Даже Юна. И вы? Да. Когда монголы схватили дядю, я боялся, что потеряю последнего родного человека. А Юна боится потерять тебя. Без нее... Я был бы мертв. Я тоже. Вот они. Когда монголы приблизятся, я выстрелю по бочкам. Господин Сакай, я не могу. У тебя получится, Така. Используй свой страх. Да, господин. Уже пора? Пока нет. Уже достаточно близко. Не щадить! Хочешь сражаться? Убить их! Господин Сакай! Славно, Дайкоку. Отведи своих людей в крепость Ерикава. Сейчас отведу. Я знал, что вы Сакай, но не подозревал, что вы призрак. Вы поможете нам снять осаду? Как решит Удзимаса? Я его уговорю.
Люди не лгут. Никогда не видел такого воина, как вы. Така, иди с Дайкуку. Мне нужно поговорить с Дином. Буду ждать дома. Получилось? Пили, я видела, как он упал. Не волнуйся, у него все получилось. Зря я ему позволила. Юна, ты хочешь защитить его, но лишь тянешь назад. Так и не боец. Он способный. Я лучше знаю своего брата. Ты не сможешь всегда защищать его. Мне решать, что для него лучше. Ты думай о своей семье. Я пойду назад. Мы еще не сняли осаду. Я догоню.